Что, Паша? Девчонок наказать? Опять уколы? Ты что, маньяк? Заманивать по одной, ставить прямо в ягодицу. Девчонкам. Да, ну ты круто придумал. А теперь только объясни, за что девчонок наказывать? Выиграли в снайпер нечестно? Почему это нечестно? Так то, что водой закачали? Подожди, не понимаю. Так это же нам на руку. Ну ты подумай. Мы же этим тяжелым мячом их сами чуть не выиграли. Я все помню. Погнали! Интересно. То есть, в конце, когда мы уже почти выиграли и расслабились, они вывели свежую силу и заменили мяч. Ну, это уже интересная версия. Ну, Паша, а ты не такой глупый, как я думал. Да, девчонок надо действительно наказать. Ну вот только как? Ты чего? Ну и что, что сильный? Ну и что, что боксер? Думаешь? Ладно, постараюсь. Пока. Так, ну, одной рукой держу. Второй рукой вкалываю. Девочки, я сейчас случайно такое подслушала. А подслушивать нехорошо, даже случайно. Да ладно вам, парни хотят нас наказать. Они хотят поставить нам уколы. Мамочки, а я боюсь уколов. Подожди. А за что нас наказывать? Они считают, что мы нечестно их выиграли в снайпер. Ничего себе заявочки! Это они поступили нечестно. Вот именно! Они сделали мяч тяжелым, и мы чуть не проиграли. Хорошо, что мелкие нас выручили. Мы хотим вывести на площадку запасных игроков. Да, и поменять мяч, а то этот стал мокрый и тяжелый. Хорошо, принимается. А парни считают, что это мы специально им подсунули такой мяч. Они что, совсем того? Мы подсунули тяжелый мяч, чтобы нас били? Да уж, нам-то зачем такая бойня? А затем, что они легко выигрывая, расслабились. А мы в тот момент подменили мяч и добавили игроков. И выиграли. Обалдеть! Это же надо было так все перевернуть. И что теперь будем делать? Это не нас надо наказывать, а их за такую наглость. Надо что-то придумать, девочки. Сонь, можно тебе на минуточку? Дело есть. Как интересно. Сейчас приду. А мы решили прийти все вместе. Ой, Андрей, а что это ты спрятал шприц? Говорят, ты очень классно делаешь уколы. Мы согласны. Поставь нам сразу всем. Ну что, девочки, снимаем брюки? Не надо! А что такое? Ты же хотел поставить нам уколы? Ничего я не хотел. Это Паша предложил. Ах, не хотел. Зато мы теперь захотели. Давай-ка, Андрей, шприц. Мы тебе сейчас вколем. Нет!